субботу, 29 августа, в Магадане пройдет всероссийская ежегодная акция «Ночь кино». Кинотеатр «Горняк» проведет 3 бесплатных показа. В этом году в программу вошли фильмы «Лед-2» и «Холоп». Их покажут в Большом зале в 18 часов и 21 час. Во втором зале в 17 часов зрители смогут увидеть анимационный фильм «Иван-Царевич и Серый Волк 4». Вход на показы свободный. Мероприятие пройдет с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором в связи с пандемией.